ртути. Всем привет, ребята. Так, давай, сейчас серьезно отнесемся, брат. Блин. Блин, это очень плохо, очень печально. Блин, когда лампы, короче... Ух, как много шкафов! Дай-ка я громкость на максимум сделаю. Прям на максимум, ребятки. А, бери, бери, братяга. Ну, давай, я возьму. Я возьму, брат. Да, у меня чистый источник света, ребят. У меня все есть. Блин, сейчас, не дай бог, полетит. Сейчас крыса, не дай бог, полетит. Тихо, спокойно. Спокойненько, ребятки, спокойненько. Да, это я вижу, эту лепеху вонючую я вижу, вижу. Капкан написал. Блин, знаешь, надо вот так вот сделать. Тихо. Иц, иц, иц. Так, если что, шкафы тут, брат. Слышу, летит. Давай. Нормально, 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 нормально. Нормально, 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 нормально. Нормально, нормально. Так, хорошо. Давай, брат. Вперед. Одиннадцатая, одиннадцатая нам нужна. Ну, понятно. Пустой сундучок, это вообще уважаем. Это топ. Вот это мы любим. Тут ручки нет. Нормально, нормально. Двенадцатая. Десятая. Да что такое? Что так много скама? Да ты... Что это за дичь? Это нечестно! Брат. Там еще одна... Там ни хрена там дверей было, скам! Там дверей 6 или 7 даже было, прикинь? С разными числами. Ух, повезло, повезло, братик. Повезло, повезло. Нормально. Нормально, 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 нормально. Так, ладно, ладно, ладно. Надо успокоиться, чуваки. Мне кажется, надо успокоиться. Так, спокойно. Давай, брат, вперед. Делай, 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 делай добро. Раз. Ля, игровое кресло, ребята. Квас забираю. Такое, такое нельзя упускать. Блин, ну хорошо живем, но если что, робиксы потратим, не ссы. Так. Открываем. Если что, два шкафчика. Я хрен знает, брат. Тут может вообще раш напасть на нас? Че думаешь? Очень, очень похоже. Так. Лепеха. Я сейчас сосредоточен, ребятки. Тихо, 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 тихо. Так, 18-я, нормально. 19-я. Шкафчики есть. Уф! Уф, спасибо огромное. Двадцатая нам нужна. Так, ну тут глазки, можно расслабиться. Можно расслабиться, ребят. Двадцатая нам нужна. Блин, хп мало. Зараза, еще Тимати может, короче, кусаться. Вот это просто жопа будет. Ой, давай двадцатая. Блин, нам бы дожить, нам бы дожить. Чуваки, вы уже, ну вы, наверное, 100% уже проходили. Мне кажется, 150%. 100%, ребята. Будет челлендж, все модификации. Уже был, брат. Мы вторую дверь не могли пройти. Мы первую не могли пройти. Он уже был. Ну, еще будет, наверное. Еще, наверное, будет. Я не знаю, как к этому адаптироваться, но это... Даже 3000 человек не прошло. Блин, не смог я залутать, ребята, к сожалению.
Блин, как же он медленно крадется! 23-я. Банка кваса впереди. Следую за ней, ребята. А как иначе? Когда не следовали, ребят, за баночкой кваса. Она приведет нас к цели. Ля, баночка, ты шо? Баночка банит. Блин, да что ж такое-то все прямо. Так, ладно, Сик нас не догоняет. Хоть он, кстати, тут намного быстрее. Так, здесь мы отлично. Вопреки, мы живем. Нормально, найс. 31-е. Так, Раши боимся, не? Ключ есть. Так, у нас тут. Батарейка, батарейкин. Отлично. Ну, хп еще бы хорошо бы было. 32-я. Опа, сейчас полетит. Только не амбуш. Не, ну не брать, ну за что? За что? Быстрей! Найс. Туда-сюда, туда-сюда. Это чё за скам сейчас был? Тут обосраться можно было. Если бы я Е нажал, все, мы бы уже сдохли. Быстрее! Ты чё, сука, тайминги-то выбираешь такие? Ты чё, как он чувствует? Как он? Ребят, как он чувствует? Ты представляешь, как 90 чувствует прям? Брат, куда, куда? Все нормально, не ссы. Так. Чё-то, блин, дальше это жопа какая-то. Лучше стрим, да, офф и стрим. Лучше я стрим офну. Лучше я офну стрим, потому что, блин, реально тяжко на стриме. За что пиши? Понял. 34-е. Уф. Надеюсь, не будет там всяких хальтов и т.д. и т.п. Так, капканы. Так, ждем, ребята. Ждем. Сейчас, не дай бог, скричи, это очень, это дрянь. Крест, что? Ты крест нашел, брат! Оставь. Для чего-то. Бери его. Охренеть, он крест нашел. Ребята, вот это сейчас хорошо идет. Это замечательно, это великолепно, ребята. Это великолепно, правда. Это хорошо. Слушай, это вообще замечательно. Уф, спасибо. Блин, ля. Да. Победная. Да я хрен знаю, а как мы этот крест, как через... Да там просто ссылка на вот випку, брат. Но мы сейчас вдвоем играем, поэтому сейчас пойдет. Не переживай, я потом еще создам стримчанский, поиграем. Надеюсь, успеешь. Да. Да ну нафиг. Ну блин. Я испугался, я думал... Так, а бродяга что, живой? Не, если что, я возражусь. Да, воскрешну. Конечно. Ля, ну конечно печально. Это печально, ребята. Это печально, когда вдвоем, блин. Так, брат, погоди. О, сколько вещей вкусных, боже мой. Господи. Блин, это печально. Так, 38. Отмычка. Взял? Да, тяжеловато для нас. Что-то. Блин, надо было банку кваса резко выбивать. Слушай, давай банку кваса реально держать прямо вот здесь. У груди. На сердце прямо. Понимаешь? Давай-ка подождем. Как-то тут надо головой думать все-таки. Так, погоди. Нормально. Беда. Ну тут-то не бывает. Тут вообще редко. Крест уже готовит, брат. Блин, да нам бы крест, если честно, на 90-й бы.
Ты думаешь, шкаф? На фигуре на сотке. Что, думаете, крест лучше на соточке? А что, там сложная прям фигура будет? А, брат! Ты успел! Господи, бродига. Охренеть, прикинь, как он выжидает. 42-я. Как он, зараза, выжидает? Как он чувствует, а? Как он чувствует? Так, ни хрена ничего не вижу. Тут бродяга уже полутал. О, вот это вот берем. Че, брат, нашел? Нашел? Так. А, вот он. Ключик-то там. Это просто жесть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, братик, делаем? Шаримся? Но когда не шарились-то? Всю жизнь. Банка кваса! Быстрей. Как я могу ее не взять? Найс. Ай, блин. Ну, бродяги-то, видишь, у него, если что, короче, есть дополнительная жизнь. У меня не будет. Не, ну, знаешь, круто будет, если даже бродяга выживет. Будем надеяться, ребят. Но я тоже попробую не сдаваться. Ну, как бы... Может быть, тяжело что-то. Че? Вон ключ. Ну, твась. Так, эта тварь очень жесткая. Шкаф, может быть? А где? Брат, шкафа нет! Ля, сейчас сдохнем. Сдохнем, блин. А какая, ребят? 47-я вроде. Блин, пацаны, какая там комната-то была? 46-я, 48-я или 47-я? Бродяга, на свой страх и риск? Ля. Молодец, молодец. Так, баночка, классно. При мне, у меня. Летит, не? Крест на всякий случай. Ребят, вы, возможно, сейчас тоже самое сейчас делаете, пытаетесь 100% пройти. Чисто меня, может, включили на задний это фон. Ребят. Офигеть. Ну, вот это я, конечно, охренел, когда первый раз увидел. Чисто вот это вот. Это жесть. Это жесть. Чисто на замке, прикинь. Да. Ой, ну давай, братик. Сейчас аккуратненько. Пробуем. Это тебе, конечно, не минус 90%. Спокойно. Тут, короче, не подсвечивается. Не подсвечивается ни одна книжонка. И это очень бесит. Но как не подсвечивается? Короче, на ешечку, если что, она подсветится. Просто надо посмотреть. Ля, вот здесь вот вижу одну книгу. Чё за фигня? Почему она на бродягу прям побежала? Ты видел? Да ну нафиг! Да чё так потно? Бродяга, убегай пока что. Пока я заскамил, убегай там. Я в шкафу. Да, что-то как-то... Как-то не идет. Она бы меня съела. Блин, какого хрена? Какого хрена она прям побежала? Что происходит? Так, ушла, да? Ух, бродяга, я желаю тебе удачи. И себе желаю удачи тоже. Так, она идет сюда. Ух, 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 ух. Thank you.
братик, можешь идти. Я, короче, тут еще пошарю. Мне кажется, тут еще есть книги. Ребят, что-то пропустил, не? Видели, не? Блин, я ничего не вижу. Я ничего не вижу. У меня темно просто очень. Блин, ни хрена не вижу. А где она? Да чё за фигня? Чё она так обходит? Почему она обходит так? Ладно, ладно, пока живем, пока живем, ребята. Главное жить, 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 жить. Жить, жить. Жесть. Что происходит? Блин, не-не-не, сейчас наверх, сейчас резко наверх, брат. Еще одна снизу, но могу подбором. Вот, брат, давай, наверное, подбором. Наверное, подбором. Так, наверху фигура или что? И где? Наверху, наверху, наверху. Мы отходим, 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 отходим. Нормально, 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 нормально. Все, найс, 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 найс. Так, я побежал. Мог сейчас, конечно, нормально влипнуть. Отлично, братик, ждем. Не, я за книгой не пойду. Я за книгой не пойду. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Тут, брат, давай на рандомыч, давай на рандомыч. Ни хрена нет. Жалко, да, потратили мы крест, ребят, но... Брат, живой? Я просто живой. Так, ждем. Ждем, ждем, ждем бродягу. Мне кажется, он что-то должен сделать. Давай, подборщик. Как можно 248%, конечно, пройти? Это прям для меня загадка. Это прям загадка. Мне кажется, ни один нормальный человек не сможет это пройти. Этот щищ. Блин, бедный бродяга, он сейчас трудится. Ребята, он сейчас прям трудится. Он прям комбинации прям подбирает. Спасибо, спасибо, братишка, что подбираешь. Потому что реально, вот сейчас прикинь, чисто идти за книжкой, это жесть, это просто ненормально. Но если бы там две было бы, да, цифры всего у нас, наверное, три, тогда ля, все пойдет, родной, отлично, красавчик, красавчик, молодец, брдига. Да, 52-я. Так, ну как вы думаете, золотишка у нас вообще нету? 54-я. Так, если что, под кровать. Так. Так, ключ есть. Ключ мы с тобой нашли, отлично. Жесть какая. Так, ну все, ладно, тут бродяга уже почилил. Очень похоже сейчас будет наш дорогой Раш. Так, найс. Ой. Чего? Знаешь,
Знаешь, можно, конечно, использовать систему, как бродяга еще рассказывал. Чисто немного подождать, и все будет подсвечиваться. Господи, я думал, сейчас все, урон. Не, нормально. Го, отмычкой. Давай, бродяга. Так, это мы с тобой не тратим. Шкаф. Так. Так. На 59-е. Девятое. Так, ну если что, шкаф есть. Я волнуюсь, пацаны. О, имба! Имба! Ну, наконец-то мне повезло в этой жизни! Боже мой, чело, наконец-то мне повезло! Я хрен знает, сейчас повезло-то, погоди. Там еще надо ключ найти, там надо найти... Там еще скрич сейчас будет. Погоди, погоди, погоди. Так. Ладно, брат, давай подождем. На всякий случай. Пока гонщик нелегальный гонит. Не, ключ, ладно, хрен, можем и не искать. Отмычкой можем, брат. Че, мы вылазим, да? Все, ты уже активировал, молодец. Может, где-то тут ключ? Хрен. Давай, у меня 3 отмычки. Че? А, типа открыто. Прикинь, открыто, брат. Открыто, нормально. Нормально, нам игра уже говорит, типа, давайте, давайте, проходите. Давайте уже проходите, блин. Реально. Не всегда бы так было, а. Вас на сикел цепей. Так, как ты понимаешь, здесь, конечно, не открыть отмычечкой. Я бы, конечно, радостно, но... Хрен мы там можем это сделать. Так, ну на всякий случай, тут если что есть... Вроде не должно. Раша, амбуши. Что, кваску, ребята, бахнем. Давай-ка. Повезет, если пройдешь до конца. Да что-то чувствую, что нет. Чувствую, ребят, нет. Главное, чтобы бродяга прошел. У него есть, если что, вторая жизнь, скажем так. Так, ну давай. Слава богу, хоть тут видно, чуваки. Где-то сзади. Найс. Все. Так, очень похоже. Сейчас мегарашек будет у нас, не? Только не это.
Да, это печально. Это очень печально пока. Да блин! Сожрет сейчас. Да блин, туда-сюда, туда. Фух, брат, молодец. Капец. Капец просто. Чуть не сдохли, а. Что думаешь? Что думаешь, бродяга, по этому поводу? Мы чуть не сдохли. Капец, как... Какая же жесть. О боже мой. Повезло, повезло, братик. Бродяге тоже повезло. Нормально. Хорошо, что ты квасочек бахнул. Потому что мы могли в одну кровать... Это звучит ужасно. Под одну кровать! Ля. Хоть не в один шкаф. Так, ладно, хорошо, хорошо, ребята. Фух, 81-й. Ну давай, брат. Немножко осталось. Так. Ля, идем как-то вот так вот. Пересекаем все. Ничего. Блин, будет очень сложно, чуваки. Будет капец сложно, 90-й. А на 100-й-то вообще, там говорят, фигура. Какая она. Ни хрена не. Да блин, бродяг. Ну все, наконец-то. Так, хорошо, 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 хорошо. 82-я. Ну-ка, давай открою. Ну-ка, тихо, 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 ребят. Не, все нормально будет. Так, похоже. Похоже, что шкаф, да. Офигеть, как он быстро просто, как он быстро, чуваки. Угу. Так, 87-я. 87-я. Давай, брат. Ой-ой. Что, думаешь, шкаф? Че это? Я жига. У меня фу, фонарь, фу, жига. Да, у меня тоже две отмычки. Фонарь, жига в полное. Даже у меня вот эта штука есть, но я не знаю, поможет им ли мне она. Ой, надеюсь, что поможет, чуваки. Очень надеюсь, прям. Ля, переживаю, переживаю. Давай, погнали, 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 братик. Что думаешь? Ля, чё? Чё ты так отошёл? Чё ты забоялся? Чего? Блин. Начинается, ребята, дерьмо. Тут мы, скорее всего, и сдохнем. В Роблексе, конечно. Ну что, родной, давай насладимся. 90-е. Да, это круто, это круто. На 150, ну правда, ну не знаю. Ну что, вот сгири. Братишечка. Блин, хоть бы сейчас в какой-нибудь сраный капкан-то не зайти, а. Чё? Думаешь? Жди. Жди, дожди, дожди. Та-та-та-та, впереди. Жди, дожди, дожди. Чё, брат, идём? Делаем? Ждем, братик. П-
Прикинь, по случайности. Нажать не тот шкаф. Бродяжкин. Нормально. Что, бродяга, я иду сюда. Это было нечестно. А Скрич может, да, ребята? Рубануть, будь здоров, да? Конечно. Блин, зараза. Твою ж дивизию. Жалко, банка кваса не лечит. Думаешь, брат, идем? Делаем? Делаем добро. Блин, скричи! Опа. Ля, нам везет! Ля, нам везет! У нас прям рядом шкафы! Мама Мия! Еще, смотри! Блин, кто-то стучит. Пока все вроде норм, брат. Все, ждем, 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 ждем. Пацаны, ждем. Блин. Что такое? Что погасло? Где? Да тварь! Как они меня бесят. Нет, бродяга! Нет! Собака, сраные скричи, как я вас ненавижу. Сука, скричи. Блин, бродяга. Броди. Сраное говно. Я ненавижу капканы, пацаны. Где? Братик, братик! Нет! Да твою ж дивизию, брат! Я не вижу ни хрена. Дошел до сотой, конечно. До сотой я дошел, пацаны. Но что дальше, твою мат, делать? Я думаю, мне хана. Тут фигура тоже быстрая. Ну все, значит. Ну все, брат. А что, прям очень быстрая? Так. Так, в принципе, пофиг. Это открывать, не открывать, чуваки. Давай кваску бахнем сейчас. Так, погнали. Ну, навряд ли я смогу, пацаны, потому что тут еще А90, поэтому... Бля, челы, я... Так, я хочу сюда пока уйти. По закону жанра. Прикинь, тут еще капканы какие-нибудь будут. Так, ну давай, брат! Вот с гири. Блин, они же, получается, вообще не издают звук никакой, прикинь? Ля. Это очень плохо, это очень плохо, чуваки, конечно. Так. Ждем, 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 пацаны. А тут скричи не будет, как ты думаешь? Я 90-х. Будут, не? Как ты думаешь? А, ну вот, вот ответ.
Да где он? Я хочу, чтобы он прошел вот так вот, чтобы я не боялся, ля. Или что, или и так не боятся, чуваки? Что мы, собственно, боимся, да, братики? Да твою мать! Не боимся, блин, зря я... Ой, блин, какой же медленный этот режим! Ну ладно, в принципе, молодцы, молодцы. Я смог. Я наконец-то смог, ребята. Давайте попробуем завершить. Блин, сейчас прикинь, сдохнем, а то от 90-го. Это просто будет ужас. Это просто будет ужас какой-то. Ну, надеюсь, что такого не будет. Так, все, давай решать быстро. Восьмерочка, шестерочка, десяточка. Нет, двоечка, четверочка, троечка, партнерочка, пятерочка. Хорошо. Так, есть. 7, 3, 1, 6, 5. Семерка. Так. Там еще троечка, да? Нет? Нет, все, все, все. Так, сейчас главное. Быстренько. Ты офигеть, она быстрая. Не-не-не, все нормально, ребята, все хорош. Закрывайся. Закрывайся, прикинь, она бы не закрыла. Ля, 150%, ребята, прошли. Ну что ж. Я вам скажу, следующий ролик будет очень интересный, потому что дальше мы с братишками будем... выживать, не знаю, 240, да, там, наверное, больше откроется сейчас, 250 или 300%, так что, ребята, ну, ставьте жирненькие царские лайкосики, в общем, мы должны это сделать, вот. На самом деле, еще вчера я должен был это сделать, но фигура, зараза, вот побоялся я ее, поэтому, ребят, так, вот как-то получилось, ля, квас, ля, бочечка, нормально, живем. Погнали смотреть бейдж. Ну что же, друзья, а теперь мы с тобой поглядим на этот бейджик. Вот он, отель Hell, нифига себе. В общем, прошли мы. Ну, такой неплохой бейджик. Можно было и покрасивее. Ладно, ладно, ребята, конечно. Короче, что у нас есть? Что у нас есть? Что у нас вообще открылось? Ну, у нас новые-то открылись. Ух, максимум овердрайв. 265%. Ну, там, наверное, может 270, да, будет. У нас что закрыто? Вот это и вот это, да? Угу. Угу. А, и вот это, и вот это. Так. Ну. Короче, пока 265. Офигеть. Это просто жесть. Это просто жесть, ребят, на самом деле. В общем, ладно, на этом все. Ребят, ставьте лайкосик, залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братья.